Здравствуйте, это канал Максимадзе и, наверное, нежданчик. Я решил начать проходить Angry Birds Seasons. Да, я уже делал прохождение по этой игре и остановился на эпизоде Summer Picnic. И, по-моему, я, кстати, удалил видео по Summer Picnic, потому что оно довольно неудачно записалось. И, короче, там, по-моему, последний эпизод был в итоге этот Эстер Экс. Короче, мало там совсем прошел, дальше забросил что-то. Короче, теперь я буду проходить эту игру целиком, но не так, как я играл в прошлый раз. Мы будем проходить эпизоды не по порядку, а по очередности вот этой. А мы будем проходить их по порядку праздников самих. То есть у нас скоро Новый год, сейчас вот будет скоро Новый год. А значит, мы будем сначала проходить новогодние эпизоды. То есть у нас вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ну, короче, я чую за ближайшее время мы все эти эпизоды не пройдем. Ну и, кстати, поскольку 2024 год будет годом дракона, возможно, этот эпизод надо тоже пройти в ближайшее время, Year of Dragon. И поскольку, ну что ж, собственно, когда будет Хэллоуин, будем и хэллоуинские эпизоды проходить. Это для дня, это в день Святого Валентина, это в день Святого Патрика будем играть. Это в Пасху, это летнее солнцестояние. Это какой-то китайский праздник, я, честно говоря, не припомню, что это значит. Это снова Хэллоуин. Вот это вообще к дню Сакуры посвящается. В общем, посмотрим, когда это применить. Этот не знаю, этот к 1 сентября, наверное, надо снимать. Это тут что-то про цирк, тут про баскетбол, что-то. Короче, разберемся, но начнем проходить с самого начала. Кстати говоря, это версия для Android, я скачал версию для Android, запускаю с эмулятора Nox, потому что все эпизоды только в мобильной версии присутствуют. Ну и, кстати, камера тут, наверное, загораживает, у меня бесконечное количество кредитов внутриигровой валюты. А все потому, что и вовсе дело не в том, что я хочу бесконечные пауэрапы, а в том, что более старые эпизоды, начиная, по-моему, с этого, все вот эти старые эпизоды, они закрыты, их нужно покупать за кредиты. И как-то странно, нелогично, почему новые доступны, а старые нет. Короче, я взломанную скачал, чтобы сразу их всех открыть и начать проходить именно сначала. Season с Грейникса, пожалуй, начнем, поскольку он самый первый рождественский новогодний эпизод. И вот в ближайшее время, может даже завтра, надо будет сыграть в следующий этот... Brexit Health. Так, зумирование у меня на стрелочках тут настроено. Пауэрапы иногда тоже будем использовать, если очень сложно будет. Ну а так, по праздникам, каждый праздник, я думаю, мы будем поигрывать в эту игру. Звук чуть-чуть отстает, правда. Ну, надеюсь, что не настолько сильно, чтобы это было прям страшно и заметно. Будем каждому празднику новогодней атмосферы в виде Angry Birds Seasons придавать. Один, жаль, остался. Могучий орел, кстати, еще есть. Поскольку это взломанная версия, он нам бесплатно сразу дается. Да что ж такое? Я помню времена Angry Birds Seasons. Она очень активно обновлялась. Очень активно. Я даже думал, блин, да сколько можно уже обновлять? Столько эпизодов уже навыходило. Но в итоге на эпизоде Рагнахок, или как он там называется, рождественский эпизод 2016 года, больше эпизодов не выходило. Там уже решили, что все, хватит, и остановились. Что-то уже первый уровень какой-то сложный у нас. Так, ну-ка. Если что, пауэрапы будем использовать, чтобы еще время сильно не затягивать. Thank you.
Ну что такое уровень-то, слушай? Ну первый уровень-то... Не-не-не-не. Не сейчас, пока не сейчас. Может так стрельнуть? Нет, слишком далеко. Надо было чуть-чуть. Надо было немного... слабее. Вот так надо было немножко. Этот кусок говна каменный мешает. Каменный кусок говна. Ну а что, правильно? О, наконец-то. Пауэрапы, слава богу, не пригодились. Да, монетки еще выдаются за звезды полученные, но немного их совсем дается. В любом случае, пауэрапы какие-то нам придется использовать для того, чтобы хотя бы показать, как они работают. Ладно. Вот жаль только, что вот в оригинальной Angry Birds, классической, там дизайн свинюшек обновленный, который был в Angry Birds Chrome появился. А здесь решили оставить этот старый. Только в... Есть несколько модификаций, правда, не доработанных до конца, где дизайн свинюшек был новый, обновленный. Но единственная игра официальная, где в эпизодах из Angry Birds Seasons у свинюшек был обновленный дизайн, это Angry Birds Chrome. В Angry Birds Chrome было 5 эпизодов из классической Angry Birds и 6 из Seasons. Мы эту Angry Birds Chrome мы полностью проходили на моем канале. Начали в 2020 в конце, закончили в 2021. Собственно говоря, игра Angry Birds Seasons, она официально закрыта, но есть способ поиграть в нее. Я даже делал обзор про то, как это сделать. Так что, если хотите, можете посмотреть на моем канале. Да, вот что-то не очень приятно, что звук отстает, конечно, реально. Но это из-за того, что я играю на эмуляторе, а на мобильном телефоне. Ну давайте я, короче, продемонстрирую, как работает пауэрап вот этот, который доступен исключительно в этой Angry Birds Seasons. Короче, вот сюда направляем блоки, и эти блоки телепортируются в эту точку, в которую мы направляем. Блоки, которые, собственно, мы приближаемся, она захватывает и перемещает их в ту точку, куда мы телепортируемся. Полезная довольно вещь. Так, и король свиней внезапно у нас почему-то встречается не на последнем уровне уже, а прямо здесь. Обычно он по традиции на последнем уровне появляется. Эх, чуть-чуть не достало. Немножечко не хватило. Так, может сверху лучше начать? Ну, что-то какой-то слабый. Что-то слабый какой-то удар совсем был. Надо, наверное, чаком стрелять вниз было, а не этим. Ну, естественно, друзья мне ВКонтакте пишут, а я не могу отвечать сейчас, блин. Простите меня. Но ничего не поделаю сейчас. Ну, не хватает немножко у нее полета. Давай. Хорошо, сдох.
Не хватает немножко ему. Все-таки надо, наверное. Троица синий тоже туда. А Чаком добивать. Нет, Чак не добил. Как печально, не добил. И все равно не добивает. Короче, может быть, надо как-то сверху вот эту фигню все разломать, чтобы на короля все это упало. Да-да-да, вот так, как я хотел сейчас. Вот так. Только игра, короче, прочитала мои мысли, наверное. Великолепно, отлично. Птичка, кстати, не вылетает вот здесь, если мы использовали пауэрапы, но тем не менее надпись, что новый рекорд все равно будет. То есть птичка, вот, ну, Red, то есть вылетает. Это типа показатель, какой ты молодец, классный, без пауэрапов смог пройти. А если пауэрапы использовал, то нет, извини, это не так уж ты и крут. Блин, а может сверху запрыгнуть? Ну да, идея неплохая, кстати. Сейчас попадем. Да, так надо было делать. Кстати, где-то на 12 или 13 уровне золотое яйцо находится. Еще мы получим один бонусный уровень при прохождении всех уровней 3 звезды, но я делать этого не буду, это париться сильно придется. Можно, конечно, с помощью пауэрапов это сделать, но все равно как-то, ну это все равно... Время много займет. Так что будем, видимо, без этих эпизодов играть. А если вдруг того потребует ваше желание или настроение, то, может быть, где-то в конце, после прохождения всех эпизодов, я либо сам буду набивать 3 звездочки, либо взломанную версию скачаю, где все уровни открыты, и чтобы можно было... просто сделать отдельную серию по прохождению всех вот таких вот уровней, которые разблокируются при 3 звездах. Из каждого эпизода. Это не так просто, да. Да, вот что-то немного... О, замечательно. Замечательно просто. И даже игра согласилась, поставив мне 3 звезды. Так, ну-ка. Какой уровень, кстати? 9? Окей. Всего 25 уровней. Давай. Подыхай и пусть сдохнет. Давай. О, хорошо. Хорошо, игра не успела сказать, что я проиграл. Так. До того не хватило. Может, наверх лучше сразу запульнуть. А может, кстати, и правильно, она же на этого тоже упадет.
А вот тут, а вот это не очень было, конечно. Вот это было не очень. Нет. До камня надо именно. Вот туда вдаль сложновато, конечно, попасть. Да что ж ты будешь делать, а? Чуть ниже стрельнет. Не, все равно. А оно не долетает до сюда. Просто не долетает. Короче, задолбался я. Проходить по обычному, так что пройдем так. Да, я не красавчик, потому что Ред не вылетел здесь. Ну ладно, красавчик, не красавчик. Слишком много времени тратить неохота, все же. Я когда проходил, делал первое прохождение по Angry Birds Seasons, я там это играл на ПК. Потому, не, в которой, собственно, для версии для ПК никаких пауэрапов не было, поэтому пришлось где-то целый час проходить этот эпизод. Отлично. Да блин, ну что так сложно, а? Что у нас есть, кстати? Пока не использовать не будем, если еще несколько попыток не удастся. Будем что-то использовать. Блин, вот это я плохо сейчас стрельну. Вот этот дальний самый. Вот. Может, и надо и в него Матильды стрелять. Блин, вот это плохой сейчас вообще удар был. Просто плохой удар. Нельзя попадать в кирпичик. И я опять попал. Давай же, нет, давай, падай, 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 пожалуйста. Падай, 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 давай, 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 давай. Есть. Хорошо, повезло, что игра не успела сказать мне, что я проиграл. А ведь можно, а ведь могла бы. Куда бы лучше попасть? По идее, тут, наверное, динамитно попасть было бы неплохо. В подарки. В подарки, а из них уже этот динамит. А, нет, не-не-не-не, подождите. Динамит надо здесь попадать. Ничего это, правда, нам не дает. Кроме того, что подарки вылетели. Они не очень-то красиво и вылетели. Ну что ж ты будешь делать? А, что, птицы закончились, что ли? Внезапненько так, я бы сказал.
Ну, толком от этого динамита толку маловато совсем. Да что же ты будешь делать, а? Может, здесь как-то попасть лучше? Это непросто, да. Заколебало это уже, если честно. Нет, мне надо не в стекло попадать. В стекло лучше не попадать. Чак очень плохо проходит через стекло. Или это лед? Не поймешь. В не самых удачных местах, конечно, они появились. Вот этот особенно. Пользы много этот пауэрап не принес нам, конечно, но уровень мы прошли. О, а вот здесь золотое яйцо находится. Чтобы его получить, надо разбить вот этот вот венок, который находится там. О! Жаль, уровень не прошли. Но сейчас пройдем. Короче, плохая эта тактика была тоже. Блин, шапка, конечно, на уши давит. Немного. Не очень как-то получилось сейчас. А вот сейчас получше удар был, конечно. Да блин, вот один остается все равно. Да блин, ладно, еще одна попытка, если не получится, опять что-то использовать будем. Отлично. Давайте прервемся и пройдем яйцо.
Окей, хорошо. Так, тут у нас бомб должен быть по-любому. Да, вот неприкольно реально, что звук немного отстает. Но, надеюсь, это не сильно страшно и заметно прям будет. Хорошо. Даже без записи бандикама звук отстает. Ой, по микрофону долбанул случайно. Немножечко не хватило тут. Вот сейчас, если я попаду в самый низ, то будет замечательно. Да, да. Отлично, все так, как я хотел сейчас. Ну, что-то как-то совсем слабо это сейчас было. Синяя троица слишком слабы, что-то для снега. Нет, еще раз давайте. Непросто. Очень непросто это, да. Да что ж ты будешь делать, а? Ну почему все так сложно здесь, а? Я во всех троих тут не попаду. Так, ладно, давайте еще раз только используем вот это. Ну опять какие-то неудачные места, ну-ка. В нормальные места можно, а? Ну ладно, вот хотя бы так. Не, это места неудачные. Может, лучше сначала колокольчики вот эти разбить, веревочку обрезать, а уже потом применить это дело. О, так-то лучше. Блин, только третий в неудачное место попал. В неудачных местах, короче, спаунится это дело. Thank you.
Ладно уж, так сделаем так. Сложный уровень какой-то. Так, свиньи в касках у нас здесь почему-то. Типа они не успели достроить это дело, а мы уже пришли это все взрывать. О, как все офигенно разлетелось сейчас. Это как раз для Чака проем этот был сделан. Какой уровень уже? Это у нас 19-й. Осталось довольно немного. Да ёшкин ты кот, а. Да блин, ну почему он не сдох? Отлично. Так, нет, еще раз. Ой, так. Хорошо. Динамит надо взрывать. О, блин, вот это прикол сейчас был. Так оно так и задумано было, или это случайное стечение обстоятельств было сейчас? Вот жаль, не бомбануло, а. Да не, походу так и задумано было. Задумано, я думаю, это было. Динамит, динамит! Хорошо. Ну, что-то толку не так много от этого, конечно, было. И одной... птицей мы это не добьем уже. Да что ж ты будешь делать? Да блин. Тут было задумано, чтобы этот камень скатился туда.
Колокольчик этот помешал сильно. Сильно колокольчик этот мешает. Вот он опять появился. Да блин. Во, вот так надо. Не долетело немного. Опять колокольчики, которые мне сейчас помешают. Очень сильно прям причем помешают. Я даже не долетел до них до конца. О, вообще, если никуда-то не туда я стрельнул. Да чё, не пробило-то нифига. Короче, в эту верхнюю нельзя, видимо, чтобы она задевала. Чтобы он задевал. Хорошо, вот сейчас удачно было. Так, и думаю, до того сейчас попадем. Отлично. О, финальный уровень, замечательно. Думаю, с ним проблем больших не будет, надеюсь. Хотя, кто его знает. Чуть-чуть не хватило. Ладно, ничего. Попробуем еще раз. А, отлично, все. Отлично, мы прошли этот эпизод немного с читерством за 40 минут. Вы открыли пик челлендж. The пик челлендж, понятно. А, надо в Facebook зайти, понятно. Ладно, короче. На сегодня все. С наступающим Новым годом. Давайте встретимся с вами завтра в этой же игре. В следующем новогоднем эпизоде, который называется... А как же он называется-то? Break the House. Пока новогодняя неделя, будем новогодние эти... Новогодние эпизоды играть, чтобы... А эти игры основные пока чуть-чуть отложим, чтобы придать новогоднего настроения этой неделе. Новогодняя атмосфера, так сказать. Подписывайтесь на стримерский канал с меня... О, господи, что я заговорил-то? С вас, как подписаться с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте, на блога канал подписывайтесь, и всем пока.